Друзья, всем привет! Сегодня буду готовить салат из цветной капусты. Вот у меня большой вилок. Я его сейчас ополосну. И для начала мы опускаем его в кастрюлю с кипящей водой. Ждем, когда он закипит. И приблизительно варим в кипящей воде 2-3 минуты. И достаем, чтобы у салата была легкая-легкая хрустиночка. Ну, как говорится, только не переварить, иначе капуста расквасится. Итак, наш вилочек я опускаю. Так, вот. И сейчас, когда закипит вода, накрываю крышкой. Вода слегка подсоленая. Будем варить после закипания 3, максимум 5 минут. Капуста цветная варилась после закипания 3 минуты. Я ее вытаскивала. Как ее проверить? Когда вы протыкаете, надо, чтобы входило не как в масло мягко-мягко, а слегка так, немножко как бы подхрустывало. Но и не должен нож входить слишком туго. Все, теперь даем немножко остыть и разделяем на соцветия. Капусту я отварила быстренько, остудила и разрезала на такие крупные куски. Ну, некоторые бывают, что ее обжаривают в сухарях, я не люблю. Что я буду использовать? У меня есть вот такая приправа, здесь черный и красный перец, чеснок и розовая соль. И две хороших больших ложки майонеза на всю эту порцию. Кроме того, можно еще добавить зелени. Или лук, но лук желательно сладкий. Или нужно тогда снять горечь путем ошпаривания кипятком. Добавляем. Так, и добавляем майонез. Все, и перемешиваем. И вот такой салатик, друзья, у нас получился. Я добавила еще чуть-чуть специй. Не переборщите с майонезом. И он охлажденный, очень-очень вкусный, сочный. Прекрасная-прекрасная закуска к алкоголю, к мясным блюдам, к рыбе. Вот такой вот салатик получился. На этом все. Понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписался. И до скорых встреч. Пока-пока.